1939 год. Уже идет Вторая мировая. Советский Союз на пороге войны с Финляндией. Нацистская Германия поддерживает все организации, готовые вступить в вооруженный конфликт с молодой страной Советов. Русский общевоинский союз, РОВС. Он собрал под своими знаменами около 100 тысяч белых мигрантов, готовых на все ради восстановления прежней России. Одной из ключевых фигур этой организации является руководитель контрразведки штабс-капитан Семенов, псевдоним Крест. По решению советского правительства РОВС должен быть уничтожен. С нашей стороны операцию возглавляет майор Соколов. Соколов и Крест знают друг друга давно. Служили в разведке генерала Корнилова. На исходе Первой мировой оказались по разные стороны. К 1939-му за каждым из них стоит мощная агентурная сеть. Уничтожить сеть противника. Это и есть главная цель поединка двух опытных разведчиков и одинаково азартных игроков. На кону Родина. Одна. Но для каждого своя. Смог его вычислить. Вы же говорили, у него идеальная легенда. Крест переиграл меня. А я думала, вы гений, Андрей. Макс, это ведь было абсолютно продуманное внедрение. Ну почти же получилось. Мы пропали. Это конец. Я верю, и мы выберем. Следующий ход за мной. Ничего не поделаешь. Так, Лид, после площади поворачивай сразу направо. Поняла? Да, поняла. Где Хансен? Где Соколов? Я слепа.
Что? Что она говорит? Я не понимаю прибалтийских языков. Заберите ее. Вега румить поезд. Сотилат, тулка танне найн, нопеасти. Niin, herrasväki voi ajaantua täältä koteihin. Täällä ei ole siviileille mitään nähtävää. Добрый день. К Проскурякову. Проходите. День добрый. Соколов. Товарищ майор. Товарищ заместитель. Да перестань ты. Пардон. Да. Андрей. Здравствуй, Иван. Ну, другое дело. Чайку попьем. Зиновьев. Да, с удовольствием. Прошу. Up to you. Сколько ж мы с тобой не виделись? Ну, с Испании, да. Я как-то даже не представлял себе тебя. Так и я себя не представлял. Присаживайся. Да. Вызвали, приказали, а я что, человек военный? Так. Разведка так разведка. Есть, понял. Туго, Андрей. Очень туго. Людей, знающих, уже нет. Ну, ты знаешь. Знаю. Меня нет. Так точно. Ну, а как ты? Жив? Угу. Пока. Нужных, опытных людей нет. Да. Ну, а тут ты. Живой. Ну, почти здоровый. Андрей. Иди ко мне замом. Да не пойду, Иван Иванович. Ну, не пойду. Ну, ты же знаешь, ну. Ты должок у меня тут. Должок? Между прочим, я за твой должок лично у наркома в ногах валялся. Он после провала с крестом о тебе слышать не хотел. И лежать тебе по-хорошему, по-хорошему, в каком-нибудь подвале с дыркой в затылке. А я не считаю это провалом. Русский общевоинский союз как был действующей организацией, так и будет действующей организацией. Только вместо этого креста станет другой крест. Сеть. Нам нужна сеть. Вся сеть. Нам нужна сеть? Так вот и будешь работать мозгами. Да что ты? Не выделывайся. Принимай дела. Короче, я бумажками заниматься не буду. В подвал так в подвал. Ну, сволочь же! Ну что ж, я на другое не надеялся. Я даже рапорт твой прочитал. Так точно. Прошу разрешения срочно выехать в Крым. Бархатный сезон, жопастые курортницы, домашнее венцо. Между прочим, я так наркому и доложу. А валяй. Да подписал я рапорт. Но смотри! Теперь я за тебя отвечаю головой. Просьба не забывать свои вещи.
Откуда же он подился? Да черт его разберет, я же его в лицо не видел. Из третьего вагона он точно не выходил. Хочешь, повожусь? Ну, а куда же он подился? Да бес его знает. Работаете, простите? Да. А, замечательно. Хорошо. Курорт. А можно газетку? Да нет. Что пишут? Какая шапочка у вас красивая. У вас тоже. А? Меняемся? А? А, замечательно. О, да, спасибо. Ой, пора мне, пора. Бежим. О, ай, что-то у меня с ногой-то. Пускай. Слушай, товарищ майор. Человека в светлом костюме. Похоже, он иностранца. В шляпе не видели? Никак нет. А скажите, а вот хризантемы, выставка... Цветы туда. А-а-а. Чудный який. Милицию не любишь? Да у нас с ней как-то взаимно. Знакомо. Чем помочь? Помоги. Спрятаться. Добро. Ну что, будем знакомы? Меня Кирюшей зови. Андрей! Иваныч! За что сидел, Кирюш? Главное, что вышел. Вернулся к мамаше, а от нее только хата с садом у моря остались. Не дождалась. Так уж вышло. Ну что, пойдем, Андрей Иванович? Кирюш, а ты недороговато просишь, а? Зато смотри тебе. И завтрак, и обед, и ужин. И самое главное, все бесплатно, как в санатории «Большевик», а? Да. Санатория. О! Твоя будет. Ну хорошо, хоть море рядом. Слушай, Иваныч, если ты сюда купаться приехал, то я испанский летчик. Ты меня за дурака-то не держи. Ладно, ладно. Беру твою халупу. Чайник поставишь? Хэт мигом. Хай! У меня ж там. А насос есть? Есть, есть!
Потому что налицо циничное нарушение приказа, я считаю. И за такие фокусы я вас, товарищ капитан, к чертовой матери под суд! Товарищ старший майор госбезопасности. Что, товарищ старший майор госбезопасности? Что? Ничего, ну просто обычно те, кого встречают, не перескакивают в соседний вагон, гражданские не одеваются. Мои ребята просто не были готовы. А я вот о том же! А я вот о том же! Не готов! Ставь оружие! И вон, из органов! Значит так, я даю твоим кретинам 2 часа, и чтобы эта сволочь стояла вот здесь у меня перед дверью, как... Кто такой, почему без разрешения? Фамилия? Соколов. Вот. Соколов, товарищ майор. Товарищ старший майор госбезопасности, так правильнее, ну, надо... Так, правильнее, извините. Прошу вас, товарищ Соколов, значит... Спасибо. Как же вы так... Мы с вами... Присаживайтесь, присаживайтесь. Да, как-то вы с нами несолидно обошлись, товарищ майор. Мои орлы вас встречали. Насчет орлов. Мне кажется, дело секретное, и чем меньше людей про это знают, тем лучше. Я считаю. А вы бы еще грузовик прислали с оркестром, транспарант, смерть шпионом. В общем, с провинившимся мы разберемся, я считаю. Вот. А вам предоставлена квартира. Спасибо. И вот... Капитан Клюев, предоставлен вам в полное оперативное подчинение. Очень приятно. Вот. Клюев. Очень приятно. Вот. И вот, значит, тогда. Ага. Ну что, докладывайте? Да. Чаю 3. 2 сахара. Садись. Здесь все подготовлено. Что? Что? Далеко? Идти. Я на машине, товарищ майор. А-а-а. Чего? Мужика видишь сзади? В жилетке. Да сзади меня. А, ну да. Слушай, да. Нельзя, чтобы он меня видел. Прикрой. Документы спроси, я не знаю, там, прицепись к чему-нибудь. А чего такое? Да потом, потом. Но главное, чтобы он не видел, как я в машину к тебе сел. Понял, понял. Все. Гражданин, там госбезопасности Клюев. Документ предъявите ваш. Иван Леонидович, здесь проживаете? Да, здесь. Спасибо. Все нормально, товарищ майор. Нормально вроде. Не понял. Товарищ майор! Защиту нашей социалистической Родины!
Товарищи спортсмены, к оружию! Видал? Видал? Девчонка шпарит, а? 97,85 из 100 возможных. Чемпионка республики. Твоя, что ли? А чья же? А. Только они у меня ее забрали. Шакалы. Куда? А Совиахим. Сочувствую, сочувствую. А как звать девчонку-то? Нинка. Нина Матросова. Номер 2 стрельбу закончил. Стрельбу закончил. Номер 3 стрельбу окончил. Клюев. Долго ж ты меня искал. Зато нашел. А ты что, один? А вы тоже один. Мне так положено. Может, чайку? В приказе из Москвы четко написано. Обеспечить охрану, организовать посильную помощь. Я с 29-го года на оперативной работе. Имею, извините, орден за розыск. Тут как мальчишку. Меня вообще-то Евгением зовут. Женя? Женя, помоги мне. Нужно найти личное дело одной местной девчонки. А это что за циферки? А, это размеры мои. Ну, присмотри что-нибудь, а, там. Поприличнее. Мало ли, пригодится. Разрешите выполнять? Выполняйте. Так точно, товарищ нарком. В Хельсинки Соколову удалось получить информацию, что именно Тищенко возглавляет агентуру РОВС. И тем не менее, мы все проверили, товарищ нарком. Это не провокация. Я направил к вам подробный рапорт. Соколов предлагает обезглавить ячейку, тем самым запутать врага, заставить ошибиться. Так, значит, дело было 30 ноября 2020 года. Мать твоя, рожденная княгиня Лаевская, хотела еще покормить тебя, но он не разрешил. Тогда она положила тебя на скамейку и сказала, что зовут тебя Нина, родилась ты 1 ноября. А вот, пишет, что когда стрелял в нее, то попал в грудь и брызнуло молоко. Молоко. При чем здесь разведка? А, разведка. С моих слов, читай. С моих слов, записано верно, матрос Алексей Тищенко. Тищенко.
Это он? Это враг. Не только твой. Сколько двуличный и опасный это. Это надо остановить. Ты могла бы помочь. Это Тищенко убил твоих родителей. Что должна сделать? Один, два. Так. Вот. Здесь твоя точка обстрела, да? Он будет сидеть здесь. На всех последних мероприятиях сидел именно здесь. Стрелять будешь один раз. Будет фейерверк, выстрелы могут не услышать, не понять. Больше одного выстрела поймут, цель закроют, уведут все. Поэтому попало, не попало, уходишь сразу. Это понятно? Дальше. Если поймают, помощи не жди. Ты им все расскажешь. И ты головой не мотай. И про халупу, и про меня. Здесь следов не найдут. Мне никто не поверит. А я за тобой не приду. Так что можно отказаться, пока не поздно. Дистанция какая? Тридцать два метра? Из ТТ? С одного выстрела? Маузер ты не спрячешь. Поэтому придется из ТТ. Че, не запсихуешь? Я не психую. Тогда работаем. Так, пути отхода. Ну, если уйдешь, ждать буду здесь. Знаешь, это место? Я это не надену. Почему? Не нравится? Я не потаскуха. Ну, надо будет, голая пойдешь. Я лучше голая. Я в таком стрелять не смогу. Смогу, не смогу, это все песочница. Поздравить с открытием новой черноморской здравницы. Она специально строена для того, чтобы наши стахановцы, чтобы наши передовики производства могли отдохнуть, подлечиться, поправить здоровье. И все это благодаря нашей коммунистической партии и товарищу Сталину! А теперь салют в честь вождя! Thank you.
Привыкаю просто. Приодеть? Помнешь? Сверху набросишь? Я тебя жду. Прием отменен. Утром Тищенко улетает в Москву. Ага. Будем работать сейчас, пока он без охраны. А почему без охраны? К любовнице заехал. Попрощаться. Ага. Так что это наш единственный шанс убрать его. Я прикрою. Пойдешь к себе в общежитие. Меня не ищи. Сам тебя найду. Поняла? Да. Он бы к врачу, Андрей Иванович. С рукой. Понятно. Что по делу? По делу. В управлении АД. Черкасов рвет и мечет. В газетах только про теракт. Но вы читали, нибудь? Читал. Мердящие останки белобандитов. Ну-ну-ну. Врангелевские прихвостни. Несли подлый удар в спину. Это хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Сразу же начался интенсивнейший радиообмен. С перепугу идут чуть ли не открытым кодом. Наши запеленговали пару передатчиков, сейчас ждем директив из Москвы. Самая главная новость, знаете, какая? Исполнителя взяли. Практически сразу. Любопытно. Очень любопытно. Когда взяли? Ночью взяли девушку-стрелка. По странному стечению обстоятельств, это та самая Нина Матросова, чье досье я доставал для вас в архиве. Но об этом пока никто не знает. И что? Раскололи? Не, насколько я знаю, пока молчит. Черкасов просит вас подключиться к расследованию. Ну что ж. Решили расколоть по-горячему. Потом, чем меньше людей знает, тем спокойнее, я считаю. Результаты есть? Нет. Воды, да? Пей. Да ты и в рожу плесишь, это в зубы тычешь. Вам кто приказал убить товарища Тищенко? Вы меня хорошо слышите? Сама решила. Где взяли оружие? Нашла. Где? Конкретно где? Продолжай. Да, если завтра не сможет разговаривать, лично ответьте. Виноват. Допрос сейчас прекратить. Вызвать врача, пусть придет чувство. Случай особый. Но только по особому распоряжению товарища наркома, я считаю. Смирно. Соедините. Полсотни восьмой. Соедините. Лейтенант,
Здравия желаю! Да, майор Соколов. Докладывай. Товарищ генерал. Есть идея. Соколов, ты постоянно кормишь меня идеями. Разрешите организовать женскую группу? Да ты что, там рехнулся? Что ли? Майор, я не понимаю. В Крыму что, мужики перевелись? Тут. Под самым носом агент Росса. Готов... Вы начать в любую минуту диверсионную деятельность. А ты себе решил девочек набрать? В обучение. Да я понимаю. Я понимаю, но время такое абсурдное. Абсурдное. Ситуация абсурдная. Нужны решения. Да, нужны соответствующие решения. Одну девочку ты уже завербовал. И где она теперь? Девочка эта идеально подходит для работы. Нет, Андрей. Стрелковые данные редкие. Физподготовка, ну... Даже не проси, Андрей. Да и сами знаете, ну, сутки почти не колятся. Сутки? Ну, ты сам прекрасно знаешь, что она обречена. И, между прочим, это была твоя... Моя идея. Ваня, мне бы... Пяток делать. И кресту крышка, все. Ну, может быть, ты и прав. Может быть, ты и прав. Сейчас любой бред может оказаться рабочей идеей. И крест не поймет этот ход. Ладно. Даю тебе 3 месяца. Оставайся в Крыму. Подбирай людей и базу. А мы тебе поможем. Кирюша! А? Ох! Ядрить твою! Расстели там! Это что ж за звери такие, а? Большую веди! Воды принеси! Хорошо, сейчас! Давай! Оп. Пойдем! Пойдем потихонечку, давай! Вот так! Сказать, откуда узнала, значит, про вас. Логично. Так, поживешь пока здесь. Как только будешь готова, отправлю тебя в радиошколу. Потом тебя там навещу. Вы что, со мной не останетесь? Я с вами нельзя. Тогда я готова. Где это ваша радиошкола? А! Да нормально. Бонжур, месье комиссар. Что у вас? У нас здесь новости из Крыма. Неприятные. Видел, читал. Рассказывайте. Итак, РОВС считает,
что убийство Тищин – это провокация красных. Им разработаны следующие меры. Несколько его агентов войдут в игру, и череда терактов продолжится. Разведуправление красных будет в ступоре. Они-то после всего этого ожидают повальной явки агентов с повинной. Оп. И что будет дальше? Дальше, я полагаю, начнется паника. Красные бросят все силы на поиск исполнителей, потеряют время, ресурсы. А тут, глядишь, и война не за горой. Аровс очень рассчитывает на немцев. А каким образом он будет оповещать агентов? Рация, радио? Это опасно. Как? Агентов я буду оповещать лично, через своего эмиссара. У нас тоже есть мозги. Человеку дана голова, чтобы было много ума. Хороший кофе. Слышь, новинка, тут место платное, первый раз прощаю. Дуй отсюда. Чё молчишь? Нравится, когда командуют? С тобой поговорить? А чё, западло? Дерзишь, корова! Кому ж ты такому дала, что тебя сюда на спецмашине привезли? Так еще и в отряд сверх нормы приняли. Руки оттуда убрала быстро. Любовник подарил. Твое счастье, сука! Что ты не в общежитии живешь? Я в тебя прибила. Ну что, не насваиваешься? Так точно, Анна Михайловна. Есть просьба. Разрешите мне с девочками в общежитии ночевать? Так сказать, влиться в коллектив, поближе познакомиться. Боец, молодец. Одобряю. Скажу завхозу, чтобы поставил тебе на довольствие. Молодец. Спасибо. Петрович! 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 Чего? Куда дерешься, говорю? Ну? Если бить так, чтобы не встал, иначе зачем бить? Нельзя так. Соня. Нина. Здрасте. Здравствуйте. Соколов. Добрый день. Два месяца, как их к нам на поселение привезли. Зачем, почему? Это не нашего ума дело, правда, товарищ? Ну, определили мы их к нам в интернат, мамашу и дочку. Так это старая буржуйка принялась детей всякой пакости обучать. Я товарища, конечно, сразу сообщил в Ялту товарища Буркову. Внесение ваше. Я прочитал, я приехал убедиться лично. Понимаете, все чистенько, дети ухожены, накормлены. Марик, Жорик, а ну-ка подойдите сюда. Скажите товарищам что-нибудь, представьте, это французские коммунисты. А бон-бон. Тоже мэр. Все. Тихо. Вот она, товарищ. Садик какой-то устроил. А ну-ка. Ну-ка сюда. Мадам, как поживаете? Мама, что происходит? Все в порядке, Люси.
Быстро. Ты посмотри, какой. Ну-ка, пошли отсюда быстро. Пожалуйста, проходите. Итак, чем я могу помочь вам, месье? Мне нужны ваши уникальные способности. Перестаньте поясничать. Хорошо. Сначала мы ждем с Люси в лагере, пока нас расстреляют. Потом приезжают какие-то люди, читают чудовищную бумажку и привозят нас сюда. Теперь являетесь вы. Что все это означает, офицер? Я забираю вас туда, где вы будете обучать моих людей иностранным языкам. И если они заговорят хотя бы так, как эти дети, то вы получите свободу. Я обещаю. Моя дочь. Мадам, я приехал за вами. Тогда убирайтесь. Без Люси я не поеду никуда. А почему вы полагаете, что я не могу вас забрать силой? Я полагаю, что вы не сможете заставить учить меня кого-то. Особенно научить. А вы уверены, что понимаете, на что вы обрекаете свою дочь? Что? Если она уедет с нами, то ей придется нелегко. У вас есть дети, офицер? У вас очень красивая дочь. Надеюсь, она обладает еще какими-нибудь талантами. Собирайтесь. Обе! Я в туалет. Давайте по-быстрому. Не спится? Самое подходящее место, я считаю. Сам лично. Отсюда белогвардейскую сволочь выкурил. Вон, у этого фонтана. Двоих пристрелил. Вот этой самой рукой. За это наградили? Иронизируешь? Отнюдь. Иронизируй. А мне вот не до смеха. Прям в лоб, одного за другим. Сначала отца, потом сына. Женщину пожалел. Уж больно детишек много вокруг бегало. Зря, кстати, пожалел. Я не знаю. Я каждый вечер думаю, что-то неспроста все это. Знаешь, Соколов, мне лично очень подозрительна твоя поддержка из Москвы, чтоб ты знал. И то, что я приставлен к тебе в качестве оперативного подчинения, это мне оскорбительно вдвойне. Я так считаю. Особенно с учетом результатов твоих художеств. Но мое письмо товарищу наркому лично рано или поздно дойдет. И вот тогда поиронизирую, я считаю. Договорились. Да. Спасибо, товарищ майор. Старший. Что? Товарищ старший майор госбезопасности. Так правильно говорит. А, очень приятно. Иронизируем, Соколов. Ну, как можно? Прошу осмотреть помещение. После вас. Понятно. Правда, требуется генеральная уборка. Ну, ничего. Ну, ничего.
Порядок можно навести, я считаю. А, кстати, последний радиоперехват. Приказано ознакомить. Если бы не приказ, хрен бы ты ознакомился, Соколов. Чтоб ты знал. Вот. Ну, а здесь вот еще такой вот открывается. Прекрасный, можно сказать, вид. Ну что ж, благодарю вас за оперативность, за откровенность, за усадьбу. Да, нам подходит. Спасибо, товарищ майор. А, товарищ старший, майор госбезопасности. Вот так правильно я считаю. Стене. Свободен. Наручники снять? Да, пожалуй. Осторожно, товарищ командир. Она того, чеканутая. Ничего. Спасибо. Чем, палкой, что ли? Нет, кусок трубы подвернулся. Ну, хорошо, хоть не убила. Не собиралась, вот и не убила. А надзирателя за руку зачем укусила? Ну, что с тобой делать? Ладно, поехали домой. Хотел спросить, Иваныч. Чего тебе? Для кого гарем собираешь? Скажи, Кирюш, а ты и в оружии разбираешься? Ты думаешь, меня за что? На пятерочку законопатили. Не у дедушки же Макара грузил и подрезал. Разобрать, собрать, прицел наладить. Или... Антапку там присобачить. Это да. А вообще не люблю я его. Кулаком оно, знаешь, вернее. Ну, а есть такой механизм, что он сломался, а ты его починить не смог? Это вряд ли. Если один человек сломать сумел, другой всегда починить сможет. Хорошо сказал. Слушай, Иваныч, так как насчет гарема? Подальше держись, здоровее будешь. Башко лучше ради в школе был. Соня Кантер, 120 знаков в минуту. 120? Угу. Это. Лей. Это. Ну, лей. Ты чё? Сколько же раз вас убивали? Ну, не убили же. Бешна! Слышь, я в радиошколу поеду. На суде твою холёную посмотрю. Жалко. Мыла нету. Кирюша, зараза, а? Зажал. Хорошо, давай. Хорошо. Yeah.
Соня Кантор. Хрупкая, болезненная девочка. К тому же из неблагонадежной семьи. Готовим к отчислению. Результаты очень, честно говоря, сомнительные. Хотя есть определенный почерк, талант, но... Анна Михайловна, у меня крайне мало времени. Мне нужно пообщаться с ней в эфире. Прямо сейчас. До свидания. До свидания. Ну, что ты сидишь? Что я, Соня Кантор? Страшно? Нет, товарищ майор, страшно. Куда Соньку повели? Соньку у нас самая лучшая. Всегда. Берите рыжего старого, наш родной. У нас сын за отца не отвечает, слыхали? Товарищ Сталин сказал. Ты кто? Я же там, да что? Комсомольская организация. А, ну это ты врешь. Кантор забираем. Ваня, школу имени Косарева. Какую школу? А меня? Стойте! Стойте! Я все могу, я сильная! Я ваши права не лучше! Товарищ... Стойте! Стойте! Я детдомовская, у меня никого нет! Только что шифровка. Вот ключ. Я вам шифровальщик, что ли? Она правда лучшая. Машина. Бегом. Ну что, лучшая шифровальщица. Держи. Сколько времени надо? Карандаш есть? Когда я не в своем уме. Поехали. Помочь? Хлеб. Ты есть хочешь? Да. Жрать по ночам хочется. Кукла. Прости, я просто... Мамкин, ты просто. А у нас знаешь как? Проснешься ночью, а пол спальни сидит. Не просыпаясь прям, сидят девчонки и жрут. Которые через голодуху прошли. И ты прошла? Пошли. Тут недалеко. Вон там есть деревня. Километров в 5. Угу. Небольшая, дворов 40. Русские, греки, татары, ну, в основном русские. Есть опорный милиции, участковый местный лейтенантик, только не бельнулся. Угу. Есть телефон. Это хорошо. Я вот... Да. Как не могу... Ну, хорошо. 19. Mm-hmm. Сегодня. Это, ну, время, да? Mm-hmm. Что это такое? Играть, когда я не в своем уме, на поступки, слова, не отвечаю.
Что играть? Где? Ну хорошо. 19. Время. Так если это сегодня, у нас вообще времени не осталось. Место не указано. А поехали, поехали. Поехали. А куда? Играть. Когда? Играть? Я не в своем уме. А что играть? Там, кстати, направо есть. Переулочек. Короче, будет. А вот откуда-то город хорошо знать, товарищ мэр? Воевал в этих местах. Врангеля добивали. Ну да. Почти. Я прикрывал его отход. Служил в контрразведке под началом генерала Климовича. В чине подпоручика. Поехали, поехали. Кинь себе чемодан. Надо же. Графиня, а супы варит. Во-первых, мама не графиня. Это майор и такое прозвище придумал. Помоги мне. А во-вторых, даже классово чуждые люди тоже люди. Так же варят суп, мечтают о счастье, влюбляются. Ну, ты-то, Люська, как кошка у нас влюблена в этого носатого живодера Клюева. А мама что? Соперница твоя? Нет, я знаю, что ей нравится майор. Да ладно. Правда, что ли, такой шикарной тетке может нравиться этот старый мятый самовар? Ну, я же вижу. А я не вижу. А если я вдруг увижу, что она на майора поглядывает, я ей башку отстрелю. Поняла меня? Дамы, bon appétit. Товарищ майор, покормить? Потом, потом. Садитесь и обедайте, господа офицеры. Сами покушайте. И вечером придется допоздна работать. Может быть. Что-то случилось? А, сахар, сахар. Где сахар, девочки? Здесь. Играть, когда я не в своем уме. И за поступки, и слова не отвечаю. Любите оперу? Что? Какая опера? Паяцы? Это же ария Канио. Речитар. Ментро преса де Вильо. А это какой язык? Это итальянский. Идиот. Мы идем в оперу. Ты все понял, да? Понял, да. А сколько мест? Я возьму графиню. Ты возьми кого-нибудь покрепче тоже. Четыре! Четыре! Я не поеду, мне нечего надеть. А я еду. У меня и платье есть, и туфли. Кириша, обед отменяется. Всех срочно на новую базу. Бегом! Бегом! Клюев! Да? Графине там подаришь какое-нибудь платье? Ну, если успеешь. Есть. Вечером встречаемся в театре! Да-да-да! Ну что, расселись? Давай, быстро, быстро, быстро! На этом концерте полуправления будет. Какая такая может быть нелегальная встреча у меня под носом? Ну, вполне в духе креста, я считаю. Певец может передавать информацию прямо во время арии. А кому? Театр полон. А я тебе, Соколов, не верю. Но помочь обязан, ибо у меня приказ товарища наркома. А я человек военный. И стало быть преданной и товарищу наркому, и родине. А ты человек скользкий, Соколов. Я за тобой следить буду, чтоб ты знал. Учти. Я учту. А это бред сивой кобылы, я считаю. Сивой кобылы, говорит, а?
пам-пам-пам-пам-парам. Парам-пам-пам. Маргарита Сергеевна. Здравствуйте, Маргарита Сергеевна. Убирайся. Я по делу. Андрей, я позову людей. Ну, не позовете. Вы же санитарка, вам нельзя делать вскрытие. Что тебе еще от меня нужно? Поговорить. Мне не о чем с тобой говорить. Я занята. Это ты уже все сделал. Ты. Митя сгнил в лагере. Лизонька умерла. И я все равно, что тоже умерла. И все это сделал ты, Андрей. А теперь ты хочешь со мной поговорить? Да. Я так надеялась, что тебя посадили, и что там тебя убьют. Иначе бы я тебя убила сама. Я придумала 1000 способов. Ты же знаешь, ты хороший врач, отличный фармацевт. Никаких следов. Никто бы не нашел, будь уверен. Но ты исчез. Скажи, а куда ты исчез? Сидел? Ты был на войне? Испания? Лизонька так и думала. Она ведь так влюбилась в тебя, дурочка. Ты мог предупредить. Ты мог уберечь ее. Что тебе от меня нужно? Ваше компромисс де верите. Порошок правды. Ты стал наркоманом, Соколов? Пристрастился к морфию или к кокаину? Кокаин, морфин. Скополамин. Если не ошибаюсь. Нужен он мне через полчаса. Так, осторожно, но это лишнее. Уже ли поскромнее нельзя было? Николаевич. Андрей Иванович, я очень рад видеть. Моя супруга. Очень приятно. Очень рада. Моя супруга. Ну, пойдем. Дамы. А вы ничего еще, хоть и старенькая. Страшно тебе, девочка. Не бойся. Майор знает, что делает. Надеюсь. Браво! Прибытие! Сану Монталетто! Монталетто, пиачери! Браво, браво! Ты где платье-то взял? На радио. Из Вещдоков, а актриса одна осталась. А надпись забыли? Какую? Смерть шпиона. Gente paga per rider fuori.
те года 3 месяца по моргам искал. Спецконтингент перетряс весь как липку. И нигде ничего. И вот на тебе. 7 лет спустя. Здрасте, Михалыч, помоги. Гад ты ползучий. Да нельзя было сказать, ну. Ну, конечно. Ну, пойми, ну. Я понимаю, нельзя. Был друг, не друг. А что нельзя было-то, а? Товарищ, имейте совесть. Это же заглох, закатаете его в кутушку. Пошли. Спичку дай. Не дам, нельзя здесь. Заметил кого? Да заметил, только не того, кого тебе нужно. Первый рядом. Брюнетка, видел? А, видел, итальянка. А, итальянка. Из Гурзуфа. Тайка-артистка. Не слыхал? Нет. Формазонщица непревзойденная. Высшего класса. Ты такая Черчилля крутит, если на глаза попадется. А? Ладно. Извините, я, наверное, ошиблась. Бонжорно, бонжорно. А, ну ясно. Ну давай. Шманай, начальник. Только быстрее, а то жених вернется, международный скандал будет. И вам. Здравствуйте. Привет. Ты кто такой? Закурил? Ну, я-то кто такой? Это ладно. Ты-то кто такая? Я черная моль, я летучая мышь, вино и мужчины. Моя атмосфера, привет иммигрантам, свободный. Париж. Париж. Я... Для начала дочку, Катеньку, заберу у тети на улице Мечетинская, дом 4, и определю детский дом. При колонии, естественно. Так что, фея из сквера, в Париж поедешь, когда сделаешь то, что я тебе скажу. Как же я вас ненавижу. Ну, давай говори, что я должна сделать. Только быстрее, пока я в твоего пупсика не влюбилась. После концерта растворишь в вине и дашь итальянцу. Время засечешь. Через полчаса сядете в машину. А в Париже всем привет, если что, пупсик. Спроси, какие инструкции он получал у креста? Валерино, деструзионе, сеньоре. Да из. Да крест. Кагне пуцоленте. Хай мисколато на мио бикьеро уна гуалке скифеца. Руса путана, даната, диодио. Хай труфатто ме сквадрина. А ты понимаешь, да, по-итальянски? Non vi dico niente. Io so questo скифеца, la non funziona. Я ничего вам не скажу, ни одного слова. Давай во кантаре ларе ти кварадоси на итальяно, ма финале ин руссо. Я должен был петь арию кальварадоси на итальянском. Арива, теперь аскалтарми анно капита тутто. Куэста э сэмпличименто иль синьяле ди учидере.
Это был просто сигнал. Сигнал убивать. А зачем так сложно? Может быть, просто подать сигнал можно было, нет? Non ci crede. La verità, signore, per fare una cosa del genere è sofisticato. Relativamente al signor Crest, voi siete insetti pietosi. Non del suo calibro. Рядом с Крестом вы все жалкие насекомые. Non capite cosa significa questa. Per la gente che lavora per lui. Вы не представляете, сколько тысяч людей работает на него. Un delegato personale di Crest personalmente trasmette ordini. Личный представитель персонально от Креста передает приказы. А кто эти люди? Они на концерте были? Их много? Chi sono quelli? Li avete visto? Sono felice che lei spiega. Io non li conosco, io conosco che li traderei in nome dei compagni. Ma grazie a Dio, non ne ho la minima idea. Я счастлив, что вы задали этот вопрос. И я счастлив, слава богу, что я не знаю, кто эти люди. Никогда об этом не знаю. Уходим. Меня куда? Сама как думаешь? Значит, врал насчет Парижа? Врал, врал. Наверняка завербована. Опять же, дочь. Зачем? Ну, завербована, перевербована. Смысл? Ну, дочка такой крючок, знаешь что. А уголовница даже хорошо. Она нашим девкам такое подскажет, что. Так что я считаю, что группа собрана. Господа Мильтоны, потрудитесь распорядиться насчет халатика, а то мне тут зябко. Найдем тебе что-нибудь. Свои. Вот. Да ему же нельзя, товарищ. Он теперь с нами. Можно? Как? А, сапоги. Таис. А, Кирюша, ты, если что, обращайся, я тут по хозяйственной части, ага. Да? Ну так ты это, простерни. Конечно. Направо! Ну что, девчат, когда танцы не объявляли? Спи давай. А ты что, матушка гусыня шлепает, а? Помолчи, пожалуйста. Бог ты мой, пожалуйста. У нас тут этот институт благородных девиц. А по мне так все равно.
Лишь бы патефон был, да мужички водились. Правильно, замухрышка, а? Слушай. Ну это чё? Наш бравый командир. Небось, под окном стоит, дежурит, подглядывает. Так ты это слушай. Покажи ему. Ну, чтобы заткнулась, а то ты свой язычок-то прикусишь. Все, молчу, молчу, молчу. Спасибо. Товарищ Проскуриков. Так точно, товарищ нарком. Сформировали группу Соколова? Набрали. Сколько? 5 единиц. Отлично. Выделена база для обучения. А секретность соблюдается? Так точно, подальше от посторонних глаз. Как обстоит дело с преподавательским составом? Ищет педагогов. Вы уж там помогите им, товарищ Проскуриков. Есть оказывать поддержку. Товарищ Проскуриков, а приезжайте-ка вы ко мне и доложите об операции «Теннер». Так точно, товарищ нарком. Построились все! Бегом, 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 давай, дамы! Давай, давай. Так, что Мария? Сидим? Строй давай! Мария! Что такое строй? Вставай! Сторонка! Сторонка! С этой минуты вы все курсанты особой разведшколы. Курсант Бешеная. Я. Назначаю вас командиром отделения. Не слышу. Есть. Курсант Синица. Это я. Я. Курсант Инфанта. Пусть, ну, я что ли? Я. Курсант Тула. Я. Курсант Артистка. Тута. Свои имена с этой секунды. Всем забыть навсегда. Тот, кто нарушит режим секретности, будет уничтожен на месте. Физически. Вы здесь не для того, чтобы стать лучше. Вы здесь для того, чтобы стать другими. Совсем другими. На время моего отсутствия главным назначается капитан. Он же инструктор по физподготовке и стрельбе. Занятия начинаются с сегодняшнего дня. Так же, как и занятия по изучению иностранных языков. Преподаватель... Графиня, по-другому обращаться к графине и капитану. Запрещаю. Вопросы. А вот Кирюша у нас кто? Начальник хозяйственной части. Еще вопросы. Извините, а Люси, Марию, маму нельзя называть? Капитан. Я. Курсанта Синицу. Ночное дежурство. Сегодня. Есть. Озвучьте легенду нашего пребывания здесь. Итак, наша легенда. Пройдемте в дом, там объясню. Ну что, сильно рассердился, товарищ нарком? Сильно смеялся, товарищ нарком. Кстати, неплохой знак. Куда поедете, товарищ замнаркома? Домой. Да, задачка. Если после допроса Теннера Крест все-таки даст отбой своим агентам по началу теракта, то хрен мы его найдем. А если все-таки попытается провести их, то выдаст всех. Значит... Простите, товарищ замнаркома, куда едем? Домой. А с другой стороны, еще один теракт, и все. И крышка нам всем. Расстреляют к ядрине фене. Зин, ты что-то хотел? Домой. Ты что, сдурел, что ли? Так точно. На аэродром давай. Полечу к Соколову. В Крым. Цепляемся, давайте, нам еще домой бежать. Так. Инфанта, в лесу останешься. Подъем. Давайте, ну. Друг другу помогаем. Бегом. По-немецки, запи! Ой! Давай. Артистка! Бегом! Коровы, поспешайте! Быстрее, инфанта! Не отстаем! Ау! Быстрее, ну! Подъем! Инфанта!
Подняла билет, быстро. Следов после себя не оставляй. Пошли. Бегом, 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 бегом. Стой. Отдыхаем. Пустяковый кросс, 3 километра. А? Через 3 недели 10 будете бегать. Еще должны выглядеть после этого, как принцессы перед балом. Вот еще. И где это мне, интересно, понадобится бежать 10 километров, а потом еще и на балу отплясывать? А я не знаю. Но если вдруг понадобится, то я должен знать, что ты пробежишь, а потом еще спляшешь. Встать! Закончить отдых. Бегом! Марш! Песню забивай! Бегом, бегом, бегом! Вниз веселее будет. Я не понял, что сидим? Бегом, бегом, бегом! Да, желаю, товарищ майор, ждем. Сама давай иди! Быстрее! Вставай, я сказал! Вставай! Что происходит? Да вот, товарищ начальник, идти не хотела. Все врет, что у нее ноги оттекли. Но дневальный ей дал разок по морде. Это я вру, мразь, подонок ты. Да я к тебе слов. Красноармеец. Ежели что, я за дверью. Садитесь. Если я сяду, то уже не встану. Помогать придется. Я помогу. Да что вы. И не побрезгуете. Вы почему не представляетесь по форме? Статья, имя, фамилия. Вы кто такая? Слушайте, если меня больную за волосы стащили с нары, протащили через всю зону, при этом постоянно приговаривая мне, что меня желает видеть какой-то важный тип, я что-то не могу поверить, что этот тип не знает, кто я такая и как меня зовут. Иди вы к черту. Лет 8 назад я видел вас в Большом на сцене. Жанна, «Пламя Парижа». Тогда еще во время действия в ложе появился Сталин. Но его никто не заметил. Все смотрели на вас. Ну, видимо, Сталин хуже танцевал в тот вечер. Анна Леопольдовна. Слушайте, что вам от меня нужно? Мне нужны вы, Анна Леопольдовна. Сколько вам говорено, не курите здесь. Что же мне, с человеком в сортире, что ли, разговаривать? А, кабинет я отдельный подавай, да? Вот же дурак. Может быть, правда здесь... Не очень удобно. Я на машине. Может, у нас лучше? Нет, отчего ж. Говорите здесь. Да. Я, собственно, по поводу ядов. Вы у нас самый большой специалист в области высокотоксичных соединений. Участились случаи бытовых отравлений. Андрей, ты что мелешь? Они же донесут. Меня ведь арестуют. Точно. И вы же еще помните, говорили, что знаете... 1000 способов меня незаметно убить. Я запомнил. Ну и что из этого? Мне нужна эта 1000 способов. Вы знаете, действительно так, чтобы никто не узнал, не догадался, ни следа, ничего. И неплохо бы прочитать курс лекций по этому поводу в одном очень серьезном заведении. Ты рехнулся. Да, нужен. Нужен также и врач. Высоко квалифицированный врач нужен. А кабинет... будет оснащен. Ну, как скажете. Но мне запрещено заниматься врачебной практикой. К тому же я пораженка. И 2 раза в неделю хожу отмечаться в милицию. С милицией? Договоримся. Уладим, Маргарита Сергеевна. Ну, я жду.
Ничего не говорите. Скорую вызывайте. Скорая! Шутка. До свидания. До свидания. Не суетись, Соколов. У меня вот там вот зеркало. Я тебя давно видел. Ух ты. Это серьезно. От самого наркома записка о содействии. Это, пожалуй, серьезнее будет, чем приказ товарища Черкасова. Чего? Чего? Но он же, наверное, давно команду имел о том, что ты сюда заявишься. В связи с увеличением концентрации сотрудников иностранного отдела главного разведуправления в нашем районе по отношению к ним повысить содействие, усилить бдительность. Понял? Ты-то откуда знаешь? Ладно, Андрюха. Я тебе, конечно, помогу.
Не переживай. И Ритку Маргаритку твою никто не вызовет. Изымем карточку. И исчезнет куда-нибудь. Кому она нужна? Пропала и все. И балеринка так и пропала. При попытке к бегству. Так что... Спасибо. Ну, у меня тоже к тебе просьба есть. Если ты не сволочь последняя, а друг, которым был мне когда-то, забери меня отсюда к себе, кем угодно. Меня Черкасов в покое не оставит. Да почему? Я с 17-го года на оперативной работе, а до этого 2 года от полковой разведки у господина генерала Корнилова. Носом так землю рыл, чуть жив остался. Вот он мне за это мстит. Бумагу соорудил. Спал и видел, как в соловки меня закатать. Не получилось. Ну вот сюда вот, в архив законопатил. Пенсионеров считать. Ты же сам мне бумагу от наркома показал. Значит, сила у тебя есть? Сила. Тебе сколько на сборы надо? Мне 15 минут. И еще 1,5 часа, чтобы твои дела сделать. Через 2 часа заеду. Я не понимаю. Зачем в Ленинград? Зачем? Господин комиссар, я считаю, что здесь, в Хельсинки, за господином Пиарови следит людей намного больше, чем может предоставить стандартная слежка ленинградского ЧК. Перестаньте конспирироваться, Крест! Вы здесь одни! Киритос. Мне, кстати, удалось стать официальным членом делегации. Господин Пиарви едет на переговоры по территориальному вопросу, а там у меня свой интерес. Ни сантиметра финской земли не должно достаться советам. И в-третьих, вся эта дурацкая история с тенором и появление креста перед самым носом у красных добавит воодушевление моим бойцам. Так считаю я. В таком случае, послушайте, господин Семенов, что вы можете рисковать своей задницей, сколько вам заблагорассудится, но при одном условии. Если вас возьмут как члена финской делегации, разразится грандиозный скандал. А русские только и ждут провокации с нашей стороны, чтобы перейти границу. Пусть, но постарайтесь героически сдохнуть до первого допроса. Иначе мы скорым советом всех ваших людей, ошивающихся здесь. Мы пока еще слишком слабы и не станем им перечить. Они не будут меня брать. Им не нужен крест. Его арест ничего не даст. Им нужен не крест, а РОВС. Да-да. Бегом, в строй. Какими с... Отставить. Где носит вас майор? Вы что, не понимаете, что происходит? Вот это вот ваш секретный объект? А где часовые? Где охрана? Да вас по трибуналу отдать мало. Видите ли, если на объект могут теоретически попасть посторонние, то секретный объект не может выглядеть как секретный. Тем более, ну, часовые. Ну. А так мы артель, там, рыбку
ловим солим. Солим. Сушим. Садись в машину. Есть. Товарищ майор. А. Вольно. Есть. Вольно. Здорово. Здорово. Чего стряслось-то? Вагон дерьма. Вот что. И самое дерьмовое. Крест в России. Где? Ну, судя по последним данным перехвата, где-то в Ленинграде. Мы не знаем, как он выглядит, под чьим именем приехал, с кем встречается, где живет, ничего не знаем. А завтра вечером он уедет. Андрей, нужен план действий. Нужен самолет. Кстати, не факт, что не сделал пластическую операцию, поэтому даже по этой фотографии нельзя 100% будет сказать, что это он. Но опознать надо и подать сигнал. Ну, допустим, там такой. Ну, попробуйте. Спасибо. Вопросы есть? Товарищ майор, разве можно узнать человека, если видел его один раз, и то по фотографии? Тем более по чужой! Интуиция! Дамы, самое страшное ваше оружие. Смотрите в глаза. Беспокойство, малейшая фальшь в голосе. Ну и так далее. Что смешного? Ну это же правда смешно. Я так понимаю, что в зале будет большинство переодетых чекистов. А значит, фальшь будет лезть из каждого угла. Вы на что рассчитываете? Честно говоря, на фарт. Вдруг повезет кому-нибудь из вас! Здравствуйте, товарищи! С приездом! Среди женщин есть кто-нибудь с опытом работы в общепите? Я работала в кафе «Вильна». Вон там. Вон там. Месье? 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 Цветовый пиджак. Видите? Нервничает. Француз. Возможно, грек. Говорю же, мадам. Женщину не обмануть. Сашка Островский. Свердловское управление. Ботинки жмут ему. Вот и морда такая.
Так, спокойно, спокойно, все хорошо, я доктор, так, держим глоточек. Хорошо, все, на воздух, на воздух. Двери, двери. Аккуратненько, аккуратненько. Идем, идем, идем. Кого-то видела? Показалось мне. Я ошиблась. Показалось? Пьяная, что ли? Товарищ майор, не танцуйте вы с этой сукой. Убью. На, попей. Ну, тише. Товарищ майор, я виновата, простите. Я больше так не буду никогда, правда. А я вот думаю, товарищ майор, может, его вообще там не было, а? Может, и не было. Ну, может же быть такое, почувствовали слежку, планы поменялись, ну, правда, а? Возможно. Майор, я тоже хочу сказать. Говорите. Наши девочки там, в ресторане, были как белые вороны. Посмотришь, и сразу понятно, кто они. А вот рыба была тухлая. И брали ее только потому, что дешевая. Да. Смотри, инфанта посадят тебя. Столько чекистов отравила. Артистка, успокойся, сядь на место. Ну, тухлая же. Я видела человека в ресторане. Он странно себя вел, много говорил и смеялся. Мне показалось, он говорил что-то важное. Почему знак не подала? А на каком языке он говорил? Я не поняла. Вакутан тея хера перви венаян армян унион лито он валмис валко терри. Стоп, Люся! Это он говорил? Повтори еще раз. Он валмис валко терри. Уверяю вас, герр Пиаерви, Русский общевоенский союз готов к операции «Белый террор». Если доберусь до Хельсинки невредимым, радирую нашим в Крым. А это что, финский? Люся, ты знаешь финский? Нет. А это финский? Да. Это у нее с детства, она считывает по губам. И память уникальная. Во дает! А второй ему ответил. Хилья, герр Семенов, минус татунту, это там. Умоляю вас, тише, герр Семенов. Дауна, венниан, охрана. Мне кажется, ресторан полон чекистов. Семенов — это крест. Как он выглядел? Тая, артистка с ним танцевала. Кто я? Да вы что, я с пятью танцевала? И все как один, иностранцы. А что, я виновата, что они липнут ко мне, как мухи? Он был высокий, худой, в сером костюме. А еще он постоянно вот так как-то делал. Это точно он. Помните контужин на левое ухо? Помню, Женя, помню. Надо ехать в Москву. Лично сам доложишь наркому. Будем думать, что делать. Ехать надо в Севастополь. Будем брать радиста. Нам нужна радиоигра и времени в обрез. Иван. Нам необходима радиоигра. Радиоигра, Иван. Да, послушай, ну ты сам был против радиста. Я и сейчас против. Есть другая идея. Опять. Опять 25.
Так, позови мне ту, которая видела креста. Лейтенант! Позови девушку, которую зовут Инфанта. Есть. Мегустам бату ойладор шавам. Мегустам бату ойладор шавам. Нет, а ты скажи манрузи. 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 О любви не меня ли вы мело молили, в туман и лимана манили меня? Повторишь? Ты просто завидуешь, что я шпиону глядела, а не ты. Артистка. Ой, форсу ты, форсу! Инфанта! Я. Вас вызывает на КДП. Иди, ты ненадолго, наверное. Иди, иди, все будет хорошо. Здрасте. Здравствуй, Инфанта. Говорят, что ты можешь повторить все. Даже то, что не понимаешь. Могу. Проверьте, если хотите. Ну что ж, проверим. Вусее у магород тамаравилоза. Вусее у магород тамаравилоза. Это по-испански? Португальский. Молодец. Беги. Хорошая девочка. Все хорошие. Тебе их не жаль. Ну что, гетеры майора Соколова, начнем занятие? Сегодня буду вас бить, душить и убивать. Кто готов, выходи в круг. Не бойтесь, Михалыч до смерти не задушит. Кто? Артистка? Давай. Главное в схватке – это страх. Страх! Нужно организовать свою пользу. С одной стороны, он может тебя парализовать, да? А с другой стороны, придал силы! И что делать? В глазах темно! Ступор! Ну, что делать? Ну? Тачка, притворись, обмякни! Всем телом обмякни! Сожмись пружинку и дай, ну! Пусти ее! Не дури, Танька, придушу! Хватит! Придушу, сказал! Ну! Не лезь, пока не просчитала, а то и себя погубишь, и товарища! Вы че? Че, сдурели, что ли? Поднялись, не на пляже. Сейчас. Все за мной. Дежурная синица. Да, товарищ за майор. За водой. Товарищ майор, на нее же... Разговорчик. Товарищ майор, кажется, что я отчислена. Мужикам не нравлюсь, драться не умею. Ну вот. А говоришь, не умею. Задание есть для тебя.
Все, парень, что забыл? Как ты? Вы кто такой? Помогите! Милиция! Кто-нибудь, грабят! Милиция! Рада! Милиция! Скорее! Скорее! Милиция! Рада! Скорее! Сюда! Стоять! А ну, бросай оружие, сволочь! Ой, убили! Убили! Милиция! Люди! Помогите! Убили! Убили! Меня расстреляют! Расстреляют! Меня! Расстреляют! Скорее, 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 скорее! Милиция! Финита ля комедия, господа товарищи. Соколов, мать твою! Куда ты садишь со всей дури, а? У меня что, зубы казенные? Ты что, прилип, а? Ты что, прилип к двери, да а? Да договорились на раз-два! Прилип. Вот ты кто после этого. Иди. Пошел, значит. Пошел ты! Товарищ майор. Спасибо. Всем спасибо. Соня молодец. Ходил сюда. Да? А у меня папа и дедушка здесь служили. Потом, правда, стали портными. Хотели, чтобы я тоже стал портным. И что, не стал? Стал, как видишь, ремонтным работником по швейным машинкам. Но когда-то в детстве тоже мечтал стать раввином. Но сейчас видишь, как в Крыму не осталось ни одной синагоги. А ты где живешь? Я здесь недалеко. Я одна. Но, может быть, сегодня я останусь здесь? Нет. Здесь нам оставаться нельзя. Я знаю одно место. Здесь мой дядя, кстати, жил и работал. И он тоже был портным. Как дедушка и папа. Тебя как зовут-то? Соня. Соня. А меня Яша. Сейчас умываться будем. Я знаю что? В милицию сдаваться пойду. Там, помнишь, дядечка из милиции был? Он же все докажет. А если его не найдут, меня расстреляют. А я тебе в обиду не дам. Чё это? Да? Ты мне понравилась? А. А вот здесь у нас спать можно. Вдвоем? Да я на улицу пойду ночевать. На улицу не надо. Мне так страшнее даже будет. Да? Тогда я буду здесь. И буду охранять твой сон. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
леди, спешу сообщить вам, что месье майор удручен после вашей вылазки в свет и требует, чтобы я научила вас чему-то такому, что, впрочем, никак не называется. Возможно, просто быть леди. Кем-кем? Быть женщиной, мадемуазель Тула. А чем майор-то недоволен? Вы плохо себя вели? Полагаю, что вы вели себя не то чтобы плохо, но не совсем так, как хотелось бы ему. Прошу вас, мадемуазель. Подайте мне руку, будто я мужчина. А, пусти, больно! На вы, моя дорогая. В классе только на вы. Вы дали мне руку, как мужик. А значит, и жмут вам ее, как мужику. Запомните, вы всегда сами подаете знак, как вам относиться. И уж если вы повели себя как шанхайская проститутка, то не удивляйтесь, когда вас повалит на пол в пивном подвале какой-нибудь кучер. Пардон, мадам. Бонжур, месье. Бонжур. Сава. А, Сава, я... Заходите, капитан, мы вас ждали. Да, я только зашел сказать, меня нет, и у вас после вашего занятия урок литературы с графиней. Благодарю вас. А, месье капитан? Нет. Согласитесь, что у каждого мужчины всегда должен быть выбор. Поцеловать даме ручку или пожать ее? Месье капитан, не согласитесь ли вы помочь нам в освоении и закреплении материала? Подумал, мадемуазель, мне нужно идти. У меня еще есть дела. Очень жаль. Благодарю вас. Пора. Уже ночевали вместе? Угу. Так быстро? Угу. Синичка, ну что? Ну? А как же пришлось тебе? Или он сам? Ну как было-то? Что? Не было? С чего вы взяли? С чего вы взяли, что я стала бы с ним? Останови машину! На выход. Не надо. Поехали! Я знаю, что я должна. Просто страшно. Запомните, в любой ситуации вы должны вести себя и выглядеть безупречно. Серебряная ложка – рецепт великой актрисы. Бешеная. Je suis allé au marché au fleur. Я пошел на базар, где цветы продают. И цветы я купил. Для тебя, любимая. Je suis allé я пошел на базар, где железный лом продают. И цепи купил я. Тяжелые цепи. Для тебя, любимая. А потом я пошел на базар, где рабынь продают. И тебя искал я. Но тебя не нашел я. Моя любимая. Это стихи известного французского поэта. Я была знакома с ним. Он запрещен у нас.
завтра знать наизусть. Тула, что случилось? И извиняюсь, конечно. Но я ничего не понимаю, ни словечко. А почему реветь-то хочется? Музыка слов иногда открывает сердце. Возможно, ты влюблена. Я влюблена. Та-та-та. Вот это номер. Вот смеху было бы. Да? Инфанта. Урок закончен. Мерси. Товарищ командир, план по заготовке груши и дички за год отрядом выполнен полностью. Здорово. А это что? А это же у нас банный день. А, баня. Тениска, в баню. Ну, сначала женский контингент, а потом, как жар дойдет уже, то самое. Я смотрю, ты пивком уже, да? Затарился. Ну, баня. Почему не в холоде? Почему не... Так, если хоть одну теплую найду, я тебя лично это рукой, понял? Да? Товарищ командир, а как рука? Рука, рука-то как, зажила? Михалыч, лучше молчи, ладно? А? Ладно? Хорошо. Как дочку-то твою звать? А? Катька. А. Скучаешь, небось? Ой, больше всего руки скучают. Знаешь, как так же охота? Выкупать, на руках поносить, голову вымыть, косы заплести. Да, интересно, как это? Ну, родишь, поймешь. Я не про это. А что? Как это, когда мамка купает? Ну-ка. Давай, поворачивайся. Да брось. Да поверни спинку, подруга. Руки убери от меня, тварь, сука, тюремная шлюха. Сама пожалела меня! Прекратите! Ассе, мадмуазель. А ну, выкладывай, детка. Что случилось? Ну? На кого нас тут учат? На кого? Вот бешеная человека убила. Ей сказали убить, она убила. А артистка близкому человеку в стакан подсыпала. А дальше что? Ложиться под кого скажут? А потом стучать, стучать, стучать! Тихо, тихо, ты что, хочешь, чтобы тебя отсюда вышвырнули, да? А куда ты отсюда пойдешь, идиотка? В тюрягу или на зону? Лучше в тюрьму. А, в тюрьму. Так в тюрьме тебе и часу в девках не продержаться, поняла, дурища? Вертухая тебя возьмут, отведут в дежурку. Да все смены тебя во все дырки тебя дерут! А вякнешь кому? Да так и забьют до полусмерти, что просто Господа Бога молить будешь, лишь бы в живых остаться. И рожать еще на зоне будешь. Ну и чего не спросишься, кто моя Катька-то бабка, а? Бедная девочка. Прости. Прости меня. Поймала бы. И каждому, каждому бы должок вернула. Ни один бы не ушел. Простите меня, пожалуйста. Че это они? Так бабу же. Может, поторопить? Не надо. Меняется баня. А как же пиво? Михалыч, всех на стрельбы. Ночные.
попили пивка. Угу. Спину выпрями. Не отклоняйся, не нагибайся. Просто стой. Ноги шире. Жень, ну я не могу, когда вот ты меня так разглядываешь. В упор. У меня рука устала. Руку опусти. Лучше я буду разглядывать, чем кто-нибудь еще. Или ты другого мнения? Эй, ну ты чего, не кисни. Не знаешь, чем я рассказал? Что у него на нас с тобой планы. Понимаешь? Ну и ладно, зато я понимаю. А пожениться он нам разрешит, твой любимый майор? Куда он денется? Так, давай-ка делом займемся. Целься. Мизинец, глаз открой. Ну как же, я же целюсь. Открой глаз, это не мешает целиться. Ну как же? Люсь, дай сюда. Открой глаз. Ткни пальцем мишень, просто ткни пальцем. Видишь? Теперь закрой глаз. Видишь? А теперь опять открой глаз. Видишь? Точно видишь? Ну значит, это не мешает тебе целиться. Открытый глаз. Правильно? Ну вот возьми пистолет и целься. Ой! Давай, что такое? В чем дело? Жень, там кто-то есть. За мишенью. Кто-то прячется. Люся, там никого нет. Все равно не попадешь с первого раза. Давай. Стреляй, ну. Ты твари! Ты кто такой, а? Участковый, я местное официальное лицо, уполномоченное, расстреляю! Надо помочь ему, Женя! Да? Что с ним делать буду? Добить проще. Я тебя добью. Я говорю, давай, бросай оружие. Я же официальное лицо. Что ты говоришь, официальное лицо? Взял шапку. Пошел бегом. Так. Я задавал вопрос. Ну, по деревне все говорят, что в старой усадьбе кто-то поселился. Я проверить зашел. Ну, я же не знал, что у вас тут... Ты врешь. Лейтенант, ты врешь. Тебя предупреждали? Предупреждали. В райцентр вызывали, сказали секретный объект. Ты зачем за мишень спрятался? А? Ты проверить хотел? Ты проверить хотел? Да. Сказали просто проверить и не пускать никого. Ну, не удержался я. Кто сказал? Начальство. Позвольте мне заняться делом, товарищ майор. Все-таки это мой пациент. В руку попали? Лёг. Чё-то долго он его лечит. Диагноз, видимо, сложный. Ну что, если этот добрался, значит, другие придут. Что будем делать? Ну, будем форсировать события с радистом. А милиционера? Да подожди ты, что сразу-то? Пусть погостит, посмотрим. Может, кто за ним придет выручать. Ну, вообще, присмотреться к парню, а? Может, зря переполошились-то? Нет, товарищ майор, я думаю, не зря. Не случайно паренек вообще. Значит, валить. Да, да. Валить, валить. Что, я? Давай, вали. Ну, я пошел. Подожди ты, ну.
Да не беги ты так, Тай! Катя! Катя! Ах, тебе, Господи, вернулась. Чего уставился? Иди, вернешься за мной. Майор, спасибо скажешь. Спасибо. Пойдем, Синичка. Угощу тебя, пока время есть. До пяти не появимся. Забираешь Тайку на базу. Клюю доложишь. Ну и как мы сами доберемся? Так, девонька моя, смотри. Учимся работать ногами. Ногами? Точно. Ногами. Попали чулки. Мама меня убьет. Так, ну-ка давай. Вот просто. Попробуй, дай ему. Как это дать? Ну, как дать? Ну, представь себе, он тебя защищает. А! Хватит. Товарищ капитан милиции в отставке. Нервным можно не смотреть. Вот смотри, ну вот он. Стоп, стоп, глупый энда. Ну я же тебе говорю, работаем только ногами. Мужика руки всегда сильнее, а ноги не факт. Поняла? Зачем же ему по ногам бить, если он руки тянет? Так, зачем? Какая главная задача в стычке? А? Дать отпор хулигану. Дура. Легче. Я говорю, дура. Главное, во что бы это ни стало, грубо и резко вырубить вражину и дёру. Поняла? Ну куда, куда ты юбку поднимаешь? А? Узко, неудобно. Ну он же видит, ты юбку задираешь, будешь бить ногой. Ну резко, давай. Так, иди сюда. Смотри, делаешь вид, как будто бы так немного испугалась, а сама ножку, коленку под живот подтягиваешь и в голень, раз. Только в драке не попадет. Сделает точно, попадет. Попадет? Ну попадет. Вот это называется классическая подножка, Александр. И клапан перекрыт. Все, продолжайте заниматься. Товарищ капитан милиции, отставки, извините. Я так не смогу. Сможешь, сможешь. Почему? Ну, юбка же узкая, неудобно. Юбка узкая. Так, она иди сюда. Товарищ капитан. Попало? Правильно. Молодец. Называется удар цыпленка. Мать твою, ну, как же больно. Да. Вы там передайте по инстанции, чтобы юбки расширили. Ага. А то драться неудобно. Хорошо, обязательно, обязательно. А вы похожи.
Спасибо. Да, бублики. Нравятся стали бублики теперь. Товарищ. Товарищ, товарищ. Тише, тише, кушай. Товарищ майор. Я не смогу. Я всю ночь сегодня не спала. Вот Яша. Он враг. Я понимаю. Враг нашей Родины. Но мне его жалко. Он мне нравится. Надо меня отстранить, товарищ майор. Я прошу меня отстранить, как неоправдавшую доверие. Вот дрянь. Бублики, говорю. Дрянь совсем стали делать. Бублики, лет 20 всех не ел. Да? Помню, были мы в разведке втроем. Уже осень, холодрыга, грязище, голодная. А у меня бублик в кармане. И я прям из кармана чувствую, как он пахнет. Думаю, ну сейчас дотяну вон до того деревца там, вон до того камешка. Сейчас я его прикручу. Мальчишка. Не знаю, пастушок. Стоит, глазеет, да. А видит у нас Синичка никак нельзя. Потому какие были случаи? Вот такой же тоже пастушок. А мимо дозор идет, а он шасть в станицу. Да, а там казачки, шашки наголо по коням, ну и все. Нет дозора? Да. А должен тебе сказать, что вся наша армия, Сенечка, в 30 верстах от нас мутом. Сиваш форсирует. И любой шум, ну, это смерти подобно. Смешная такая мальчишка. Лопоухи. Глазеет. О, гляжу, вот смотри. Угадал, что мы красные. О, испугался же. Вот сейчас побежит к батьке тревогу поднимать. Нет. Да. А я ему бублик даю. А Сашка Касьяна взял его. Замолчи. Сволочь. Убийца. Никогда не стану такой. Никогда не буду. Да. Ну, с тех пор я эти бублики-то не ем. Сегодня вдруг захотелось. Почему-то. Да, я к чему все рассказывал-то. А Сиваш-то наши взяли ту ночь. Да, и Врангелю крышка. Да какой Врангель? Всей. Войне конец. Целой войне конец. Понимаешь, да? Вот. Яша твой. Кирюшкины хибарки. Антенну настроил и всю ночь радиостанцию проверял. Стало быть, где-то через полчаса у него связь с центром. Оружие взяла? Что бы ни случилось, радиостанция должна остаться в целости и сохранности. Кино не путро, не шифрус. Кадерусе ла троазаби, кадерусе ла троазаби. Кино не путро, бабьи кри, кино не путро, бабьи кри.
C'est pour lâcher les hirondelles que tirez-vous de cas de recel. Ah, 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 oui, vraiment, cas de recel est bon, enfin. Что случилось? Где ты порвала юбку? Давай сама. Да ничего особенного, мам. Просто снова чуть не покалечила человека. Лю, а что происходит? Эти твои индивидуальные занятия, драки, стрельба. Зачем? Зачем тебе нужен финский язык? Я не знаю, мам. Я правда не знаю. Я так счастлива. Неужели это все плохо, мам? Я через минутку вернусь. Хорошо. Ладно? Соня, я на самом деле не только чиню старые швейные машинки, я радиолюбитель. Спасибо. Ты знаешь, что самый простой радиолюбитель из Житомира спас целую экспедицию Нобеля. Я, может быть, тоже кого-нибудь спасу. Знаешь, я понимаю, что сейчас, конечно, не время, и все это, наверное, очень глупо, но если бы так вышло, ты бы согласилась стать моей женой? О. Я... Я должна ответить прямо сейчас? Нет. Нет, конечно, нет. Сейчас... Сейчас мне нужно кое-кому помочь. Но ты обещай, что подумаешь. Ладно? Ты знаешь, отсюда можно связаться со всем миром. Хочешь, можем связаться с Варшавой. Можно с Римом связаться. Можно связаться даже, если угодно, с Финляндией, с Хельсинки. С любым городом. А это не запрещено? Нет, если не делать ничего запрещенного. О, Хельсинки.
Слушай, а почему ты там оказалась? Почему ты решила мне помогать? Что случилось, Яш? Мне только что сообщили, что кое-кто готовит девушек, которые охотятся за такими, как я. За кем, Яша? За радиолюбителями? Да, они нас убивают. Яша, кто вас убивает? Объясни, что происходит. Никто. Мы больше с тобой не можем встречаться и общаться. Так что можешь забыть про меня, Яша, ради своей же безопасности. Как лучше же забыть? Ты только что предложил мне стать твоей женой. Забудь про это. Этого не может быть, понятно? Стой, Яша! Стой. Все правильно. Я одна из этих девушек. И тебе некуда бежать. Ты мне очень нравишься, Яша. Тебе нужно мое радио, да? Хочешь меня завербовать? Вот! Тихо. Это я. Шифр ключ. Собери. Павел. Я пришла, а там он с радиостанции. Цветы мне подарил. Потом достал радиостанцию, говорит, я этот радиолюбитель. И стал передавать, вышел на связь. А потом говорит, что там про нас написано. Вот. Я розы забыла. Какие розы? Садись. Вот, а потом сказал, что... Там ему передали, что там было про нас написано. Про нас? Ага. Что про нас? Ну, про то, что девушек готовят, которые убивать должны. Угу. Вот. И он понял, он догадался, что я тоже такая. Угу. Вот. И он хотел радиостанцию разбить. Так. И я его убила. Ну и правильно. Он сообщение-то передал. Сообщение передал. Я запомнила. Его подпись в конце запомнила. Молодец. Роза забыла. Тихо. Села. Тише. Он же мне предложение сделал. Mm-hmm. Предложение сделал. Роза подарил. Mm-hmm. Выходи, говорит, за меня, Соня, замуж. И Роза подарил. Ага. А я его, как вы, этого мальчика с бубликами. Помните? Okay. Мальчика с бубликами. Да. Раз, два, давай, три, четыре. Я себя съел, мой бублик. Как же она радуется маме. Приезжала бы почаще. Хочешь баранку? Будешь? Смотри. Какая бараночка у нас вкусная.
Ням-н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 ям! Ау, съем! Ау, съем мою хорошую! Ай, ты моя сладкая! Не отдашь сушку! Кого? Не отдашь сушку эту. Сушку не отдашь мне? Чего? Тай! Дети? Думаю, сладкой. Все, ехать пора. Давай, давай, закругляйся. Командир приказал их не ждать. Когда ж ты теперь еще приедешь, а? Я не хочу на руки! Ну, я тебя отпущу! Я отпущу тебя, отпущу! Все, все, все. Шляпки, сумочки. Конечно, все это прекрасно. Но иногда, юные леди, для того, чтобы привлечь внимание мужчин, бывает достаточно просто выпрямить спину. Видели ли вы когда-нибудь хорошего дирижера? Итак. Подобно дирижеру, легким взмахом руки, управляющему огромным оркестром, женщина, обладающая даром отличаться, управляет десятками мужчин, неосознанно жаждущих ей подчиниться. Многие женщины пытаются угнаться за модой, перещеголять, обогнать десятки таких же несчастных, как они сами. Но, увы, все их старания обречены на поражение, а не на победу. Почему? А потому что для победы в этом деле не нужно быть лучшей. Нужно быть другой. Другой! Я уж такая другая, что собаки шарахаются. При умелом обращении, мадмуазель Тула, прошу вас. Недостатки возможно превратить в достоинство. Прямая спина, чуть приподнятый подбородок и, например, вот это. Так. И вот это. Прошу. Замечательно. Прошу вас. Прекрасно. Еще и все вот это может служить смертоносным оружием против мужчины. Шпионишь, лейтенант, а? Да вы что, товарищ капитан, я... Это ж, между прочим, секретное занятие, а? Ты смотри мне. Так вот несправедливо. Что? А то, что я потомственный пролетарий, партийный, разряд имею по лыжам. По лыжам? Я вот по боксу. Вот вы все шутите, товарищ капитан. А я еще грамоту имею от товарища Жаркова из райсовета. И чего? Сижу вон в отделе, штаны протираю. За полтора месяца два преступления раскрыл. Ведро огурцов нашел краденое и отравление. Какое отравление? Сюда смотри. Отравили козу. Какую козу? Старухи Байковой. Да. Серьезная у тебя работа, сынок. Вот вы все смеетесь, товарищ капитан, а я серьезно. Ты в санчасти ночуешь? Ну да, у меня же на ночлег оставит. Ключи у тебя? Вот вы смеетесь, товарищ капитан? Вон у вас в школе какие-то малолетки-пигалицы серьезному делу обучаются. Шш. Доктор отдыхает. А я? В
Чернецов. Дурак ты, дурак. Серьезному. Знал бы ты, какому серьезному. Давайте помогу. Туда поставьте. Спасибо. Еще что-то? Капитан, назовите хоть одну причину, по которой я должна вам верить. Речь идет о моей дочери. Вы правда ее любите? Да. Очень. Очень. Но вы понимаете, что... Я хотел бы официально просить у вас ее руки. Официально. И вас не волнует ее происхождение? Нет. Нет. Ну и что, у меня он дедушка, например, был протодиакон. Да какое это имеет значение, в конце концов? Пейте чай. Это вообще не важно. Варенье. Варенье. Клюквенное. Клюквенное. Моя любимая, кстати. Спасибо. Откуда же мне знать, чему они там обучаются? Может, подрывному делу, а может, вон, снайперскому. Подрывному, снайперскому? Я сейчас объясню. Вот представь себе, приезжает, к примеру, к товарищу Сталину с официальным визитом, ну, там, скажем, господин Чемберлен. В Кремль. Да. Ну, Кремль, ясное дело, куда еще? Так. Ну, ему там, понятное дело, квартиру с видом на Москву-реку, теплый клозет, ванная. Ну, так не в баню же везти, и чего? Ну, и вот представь себе, вот лежит он в этой теплой ванной с пеной, и думает своими коварными мозгами, как бы облапошить товарища Сталина. Садись. А ты же не пьешь? Нет. Давай. Вот он думает об этом. Тут, к примеру, Тайка. Тайка — это кто? Ну, Тайка, артистка наша. Так вот в белом накрахмальном передничке, голая. И так бочком, бочком. Не хотите ли черешни, товарищ лорд? Я вам тут спинку потру и на ушко ему там тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Товарищ капитан. Не то, товарищ капитан, а он ей на другое ушко все свои коварные планы и выскажет. Понял? Вот поэтому бабы именно молодые. Понял? Вот что я тебе скажу, Сашка. Ты же знаешь, империалисты — это гады разных мастей. Последние годы мы им стали получать информацию о том, что в высших кругах Европы сильную популярность стала набирать садомия. А садомия — это чего? Ты что, не знаешь, что ли? Нет. Страшная эта штука, Сашка. Это когда мужики вместо баб мужиков и употребляют. Вот поэтому наша спецшкола делает второй набор. Набираем крепких, как ты сказал, настоящих парней,
верных нашему делу товарищей, которые готовы себя в жертву принести ради того, чтобы добыть ценнейшие сведения для своей родины. Вот поэтому записывайся. Парень, ты крепкий. Я тебе рекомендацию дам. Товарищ капитан, отказаться можно? Отказаться? Отказаться — это все равно, что родину продать. Ты вот огурец. Сашка, ты на, огурец. Огурец. Сашка. Чего? Три часа гнал по проселкам. Товарищ майор? Че, задница не отвалилась? Ты как? Нормально. Рация. Вижу. Muchas gracias. Muchacho. А ты крыша? Не тайки. Что-то я переживаю. Не спились ли наши уголовнички? Так об не сегодня. А не случилось ничего? А? Товарищ майор, разрешите обратиться? Если что-то случилось, я выясню. Это же участок мой. А если мотоциклет дадите, я вообще мигом туда-обратно. У меня там телефон есть в отделении. Держи. Мотоциклет? Давай. Есть! Неплохой парнишка. Неплохой. Ты же уварить хотел, да? Слышь, ты пошел ты. Валить. La confiance. Лизом. Чего? О, боже. Доверие, я говорю, убивает. Не пьющий? Он? Нет. А что? Пойдем-ка поболтаем. Девочки, вы ложитесь все в порядке, правда? Да, девочки. Всех нас кровью пометит. Вот Сонька уже третья. Че смотришь? Тайка хотя бы родила. А мы и того не успеем. Да. Ты думаешь, кто родил, тому убивать легче? А как же? Скажешь, прости господи, пару-то шпионов пристрелила, не удержалась. Зато вот, двух детишек родила. То на то и вышло. Как ты можешь? Вот так. Все, спать буду. Кто дежурный? Я. Отбой! Свет туши. Не-не-не, шанс минимальный есть. Черкасу так доложишь, что смерть радиста... Тихо. Смерть радиста нужно скрывать как можно дольше.
Тогда Синица, может быть, сработает. Ну, почерк там знает, подпись. Не, может, может. Ну, хорошо, если крест клюнет, у нас есть фора, если нет. Мы же даже не знаем, где тайник. И потом я думаю, что Черкасов не пойдет на это, я его знаю хорошо. Клюев, ты ложку-то не проглоти. Ты вынь. Вынь, вынь. Где тайник? Я примерно предполагаю, Черкасову об этом намекни. Обязательно. Я не понял, что значит примерно? Ладно. Чай остыл. Спать пора. Давайте, давайте спать. Не, я еще задержусь. Убраться надо. А вы что, гречку не будете? Нет? Товарищ майор, просите обратиться. Что-нибудь срочное? В общем, мы с Люсей, ну, в смысле, с курсантом инфантой, мы жениться хотим. Дело хорошее. Время подходящее. А место какое? А место в яслях найдем. Девчушка беременная? Андрей Иванович, вы чего? Ничего такого не было. Андрей Иванович, ну зачем вы так? Андрей Иванович. Ну, зачем? Ничего не было. Ну, правда. Значит, ты, капитан, считаешь, что из этой-то мясорубки мы легко и спокойно выскочим? Конечно, выскочим. Накрутим хвост этой сволочи и будем жить. И будем жить долго и счастливо. Долго и счастливо, конечно. Долго и счастливо. Да. Я за чаем. Не вскипел еще? Ничего. Господи Иисусе! Тула! Дуреха! Ну я же от неожиданности! Ну ты что? Скотина. Расстреляем. Ты что творишь, а? Кирюша. Напали. Тайку забрали. Волки сюда придут. Я отбился, уехал. Стреляй в них. Командир, забери ее. Тревога. Боевая тревога. Ты зачем Клюева город-то отпустил? Он в рукопашный-то не очень, а вот стрелять-то хорошо. На Клюева у меня планы другие. Хоть бы соврал, что он в резерве. Выскочит неожиданно из кустов. В следующий раз обязательно. Слово даю. Держи. Еще пяток. Спасибо. Мало ли. Спасибо. Я не подведу вас, товарищ майор. Кто в любови не знается, твой горе. Синичка сегодня ночью кашляла. Бешеная, всю ночь не спала. Она всегда бешеная. Мне кажется, что мне это все снится. Похоже, что нет, графинюшка.
Клюку, клюку. Клюку. Герсим, пусть ты клюку. Видишь? Люси. Люси? На территорию строго охраняемого объекта. Гарнизон подчиняется непосредственно наркому госбезопасности. Немедленно покинуть территорию. Не валяй дурака! У меня устное распоряжение наркома. Приказываю немедленно сдаться. Хорошо. Территория заминирована. Дернитесь. Даю команду на подрыв. Черкасов, по правой ногой! Соколов! Чё ты добиваешься? Чё ты добиваешься? Всем сесть в кузов! Машину покидать запрещаю! Старший, ко мне! Всем в кузов! В кузов! Без моей команды ничего не предпринимать! А как же я к тебе попаду, Соколов? У тебя тут все заминировано! Стой там, сам приду. Соколов! Вы со своими людьми сорвали многолетние разработки нашего управления. Уничтожили несколько ценных и перспективных в плане перевербовки, я считаю, агентов. Рассекретили множество наших сотрудников. Поставили под угрозу жизни, которую вам доверили. Сдай оружие, Соколов! Или застрелите его, ты враг, я считаю! Черкасов, дернемся, сука! Всех твоих взорвем! Руки, сука! Меня, Тула, Соколов, держи его. В 18-м году беляки 3 раза вешали. Думаешь, я тебя испугаю? Где наша курсантка? Арестованная будет расстреляна, я считаю. Старший, кто? Старшина Дзюба. Чья подпись видишь? Так точно. Черкасов задержан мы. До выяснения. Это мой рапорт. Выполнять, иначе по всей строгости. А мне еще нужно в деревню людей забрать. Там это, задержаны. Бегом! Бегом! Кондратьев, поехали! Хочешь жрать, а? Красотка. Молодец. Да я с тобой не то, что жрать. Я с тобой срать на одном поле не сяду. Пасть закрой, а то еще зубы выбью. Не бойся, не тронет. Я не дам. Да? Да. А что так-то, а? Нравишься. Ну, что так чебрежешься? Ну, что я не девка, а? Ну, дай. Поцелую разочек, а? В обиду не дам слова, а? Давай. Давай. Стоять! Держи! Дурак ты, милиция. Вставай, пошли. Спасибо тебе, родной.
Так. Ну и что скажете, красавцы? Сбежала, сука. Местный участковый помог ей. Че ты? Прокусила. Да сам виноват. Целоваться полез. А? Дюба! Я. Забирай его. А как же, товарищ майор? Машина обоих! Якубов! Бегом. Забирай. Бегом. Вылезай, приехали. Сашка! А, Сашка? Тебе лет-то сколько? Много. 24. Ух ты! Преклонный возраст. А выглядишь лучше. Даже моложе. Да ну тебя, Тайка. Ты вообще к чему это? Ну, как к чему? Ты что это вытворяешь, Саша, а? Молодой парень, все у тебя впереди было. А теперь что? Ты ж преступник, не отмоешься? Да и за кого заступился-то, а? За фармазонщицу? Проститутку? Ну вот как тебе рот не заткнуть? Несешь чушь всякую. А ты заткни мне рот, Саша. Я тебя кусать не буду. Ну, чего заступился-то, а? Отвечай. Слушаю, товарищ генерал. Соколов, ты там что, оборону Севастополя устроил? Да точно, товарищ генерал. Да за такое самоуправство по трибунал пойдешь! Почему Черкасова арестовали? Я тебя мокрого места не оставлю! Так. Не смотри на меня. И сюда не смотри. Ты у меня первая. Вот что. Да уж я поняла. Ну откуда ты про это место знаешь, а? Да знаю уж. Приходилось кое-кого выковыривать. Выковыривать? Знаешь, у нас беглец долго по лесу не бегает. Под дождем не мокнет, снегу не мерзнет. Потом жди день-два, да и приходи сюда, бери тепленьким. Особенно, если с детьми бегут, да? Ну, это вообще. Че, пожалел меня, да? Шкура ты позорная. Ну, я должок-то тебе отдала. Теперь в расчете мусор. Тайка, да ты чего? Стой! Стой! Что стряслось? Почему вы не были в управлении? Срочные дела. Я только что вернулся вместе со всеми из России. И, возможно, с хвостом. Это мои люди. Мне нужен литовец. Вы сошли с ума. Никто не даст выпустить его из тюрьмы. Это опасный человек. Он публично угрожал убить Маннергейма. Ну, это было давно, когда он заигрывал с красными. Теперь ситуация изменилась. Рос считает, что переброс литовца в Россию пойдет на благо общему делу. А Маннергейма ждут гораздо большие неприятности. Вдруг именно он и есть главная цель группы майора Соколова. Рос не исключает такой возможности. Он подготовит побег литовца и просит вас не мешать ему в этом.